И всем привет, ребятки, у микрофона, как всегда, Сёмаплей, и я продолжаю играть в игрушку под названием Days After. Дни после, сегодня я пойду в домик Бетти к соседке, вот. Так что сразу нажимаем идти. Вот, 6 энергии стоит. Если ты впервые на канале, конечно же, подпишись на канал, лайк поставь, колокол прожми, коммент напиши, вот, бери что-нибудь покрутить, попить, приятного тебе просмотра, аппетита, и мы начинаем. Так, опасность тут вроде слабая. Посмотрим, что тут вообще происходит. Тут надо по сюжетке, по сюжетному заданию, по сюжету вроде идти сюда. А, блять, это рейдеры. Пиздец. Подожди. Так, окошко надо закрыть. Блин, я думал, это люди стоят мирные, это рейдеры. Ладно. Нам, конечно же, через них надо идти, да? Так, я выживу или нет? Пока я выживаю. Так, похоже, они напали, тут все расфигачили. Там что-то много этих рейдеров опять. Я даже хила не брал, я типа не знал, что тут вообще будут враги. Еды, конечно, у меня нету. Отлично. Вот хил, хил, хил. Я думаю, это хил. Хорошо. Так, ребятки, все отлично. Что-то от домика Бетти тут ничего не осталось на самом деле. Здрасте. Получи упырь. Так, веревка мне нужна. Вот если я изоленту здесь еще найду, будет вообще отлично. Оп, 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 вот они. Помогаем соседке. Получи. Рейдер-ветеран. Так, мы помогли, все отлично. Дайте мне пистолет с них. Все, это победа. Ух ты, нифига себе. Слушай, это крутые, наверное. Я в них быстрее типа хожу. Так, а где зачистить местность-то? Мы с тобой можем говорить? Нет. А, тут еще остались. Блин, надеюсь, тут с пистолетом не будет. Сколько рейдеров этих поганых.
Я без штанов, ну ладно. Не имею в виду в игре. Я сижу в шортах, да? В штанах. Так что все окей. А, вот и штанишки. Слушай, нормально живем. Так. Давай отхилимся. Это тупик, я понял. А, нет, вот дверь есть. Так давай сейчас в стелс режиме пройдем. Ветеран, но я думаю, смогу. 5, 6. Нормально. Все, мы сейчас хаваем и долутываем, идем на улицу чела. У него тоже там была эта штука. Во, все нормально. Так. Назову серию. Я не знаю как. Спасаем соседку. Или как, я не знаю, называть ее. Ну, вот этот уровень сложности тут легкий, в принципе. Так, а я зачистил территорию, давай забираем. Поговорите с Бетти. Давай пойдем с Бетти поговорим. Может быть, она нам даст что-нибудь. Ну, я в хорошем смысле. Так. О, нормально. Эти жуткие головорезы появились так внезапно. Спасибо за помощь, ты спас меня. Теперь надо спешить. Те, кого мы тут уложили, были всего лишь частью этой банды. Если уж с шестерками мы справились, то скоро вернутся их основные бойцы. Они жуть какие опасные. К делу. Вот возьми это, мне кажется, что с ними лучше. Вот возьми это, мне кажется, что ты с ним лучше справишься. Продолжить. Стоп. Вот это не говори, дорогуша, что ты оставила. Можно мне было автомат там какой-нибудь? Я не знаю. Ну не пистолет же. Так, окей. Класс, он еще и поломан. Обожаю. Забираем и погнали за Бетти. Класс. А можно мне твою винтовку? Серьезно, я завалю рейдера с автоматом, М16 у него было. И якутийская стреля, и мне одну петлю с него дали. Это типа нормально, да? Это типа нормально, да? У меня просто вон автомат валяется. Она мне плюс... Чёртовы обжоры, все мои тыквы сожрали, и весь особняк теперь жуть как разгромлен. Чёрт её знает, что мне делать дальше. Но знаешь, может, я тебя побуду пока, изготовкой тебе помогу. У меня все жуть какое вкусное. Ну не молчи, что скажешь? Папаня мой говорил, что вместе веселее, только давай возьмем с собой сюда все, что сможем. Вряд ли у меня будет желание сюда возвращаться. Пусть новый партнер. А, круто. Ты можешь найти ее на домашней локации в гостевом домике, в ангаре. Класс. Новый партнер. У меня как раз партнера нету. Ни в жизни, ни в игре не было. Ну, в игре хотя бы есть. Окей. А чем мы будем брать-то? Что тут есть, что залутать у тебя? Нормального. Хорошо, опыт еще взяли. Так. Смотри. Ну так тут нечего искать же вроде. Больше нечего собрать. Но у тебя ж тут ничего нету. А, нет, вот есть. Ну, оберточную бумагу, да, надо взять и резину вместе. Кувалд, у меня все равно они уже сломались. Так, стоп, я же... Изготовить верстак это дома. Соседи. Девушки.
Я чуть ни хера не пойму, так. Что тут собрать-то? Она сказала, типа, можно собрать что-то тут. Все, наверное, пойдем. Блин, надеюсь, я ничего не пропустил. Но я добрал все, что можно было, все. Так, окей, Бетти, пойдем. Ко мне в дом. Сейчас посмотрим. Мне надо по сюжету было в заданиях. Отремонтировать гостевой домик. Я его еще в позапрошлой вроде серии отремонтировал, ребятки. Вот, и получается, сейчас будем смотреть. У нас есть там Бетти или нет? Ну да, скорее всего, есть, потому что вот у нас. Вступите в клан или создай свой. А что из меня за это будет? Свидание? Что? Ребятки, а что это такое? Стоп. Томас, каждый день начисляется 9 коробок конфет. Улучшим гостевой домик, чтобы увеличить максимальный лимит коробок конфет, и ты по-прежнему будешь получать 9 коробок в сутки. Коробки конфет можно создать на 12 уровне и купить торговцы подарки в ангаре. Так, свидание. Я рассказывал, как однажды вырастила вот такую тыкву. Я ее назвал рыжая. Растила, конечно, но она того не стоила. Тогда в доме еще было электричество. Я сделал фотку на мобильник. Правда, правда, он разрядился, так что сейчас что-то там. Так жаль, что мы самую большую тыкву съели, те бандюги. Но зато один из них ел до тех пор, пока не умер. Вкусный, а он все ел и ел и не останавливался, потом, как видно, съел чужую порцию. Ну, сам понимаешь, понравилось. Насмерть кричал. Он, конечно. Я понял. Ох, блин, а это точно? Ты получил подарок от Бетти. Ну, я понял. Я уже как соскучилась. Хочешь картишки раскинем? Вдруг пока бродил по округе ты стал. Теперь у тебя третий глаз вырос. Расскажи, где был, что видел. Давно на тебя не было. Я уже успел соскучиться. Я, конечно, девчонка не гордая, но так и хочется. Появился как мне один ха. Кого я обманываю, если здесь бывает бойство с душкой? Слушайте, пацаны. Нормально, блин. Нормально. У нас теперь девушка есть нормально в игре. Нет, стоп, я не хочу тратить металл. Подожди. Мне надо было... Мне надо было делать верстак нормально. Мы там с ней покуролесили. Ютуб, ты слышишь, что шутка? Блин, мне нужна изолента и... Опа, стоп, стоп, стоп. У меня новый крафт какой-то. Самодельный лук. Просто заготовление, да. Но мне нельзя веревки тратить, изоленту на него. Стол каменщика. Мне вот эти все столы каменщика надо, друзья, крафтить. Вот я еще не скрафтил даже швейный стол. У меня клея нет. Вот этой кожи, досок вот тут. И для верстака мне нужна срочно позарез веревка и изолента. Вот, ну у нас теперь девушка есть. Это хорошо. Ты прекрасно себя чувствуешь, вот. Конечно, прекрасно, я сейчас куролесил там. Там, конечно, такие звуки еще были, ну ладно. Я думаю, эта игра, конечно, прям не так тут все, но мне нравится такая игра уже. За это я, наверное, лайки ставлю, балл в копилку идет. Так, нашивки, блин, этих рейдеров, у меня их уже столько много. Так, мне надо сейчас взять вот это. Вот это положить. Нет, это я не буду ложить. Так, у меня в чем прикол, друзья? Я так и не получил
от Бетти еду. Или получил. А, нет, все есть, все есть. Это что? Плотная ткань. Окей. Так, но я пока есть ничего не буду. Кстати, мясо сейчас надо собачкам отнести. На 8 часов еды, окей. Так, ребятки, на этом моменте предлагаю закончить серию. Вот, мы к Бетти в гости сходили, отбили ее от рейдеров, вот, приютили у себя там, приласкали ее, так сказать. Ну и все. У нас теперь Бетти живет, так что все отлично у нас. Кто досмотрел до этого момента, в принципе, лайк поставьте, коммент напишите. Вот, с вами был SeoPlay, удачи тебе и всего хорошего. Покусите до следующей серии по Days After. Пока-пока.